И еще на медицинскую тему. Тюменцы все чаще записываются на прием к врачу через онлайн-сервисы. Только за июнь такой возможностью воспользовались почти 400 тысяч раз. Разработка одного из резидентов Тюменского технопарка, мобильное приложение «Медицина-72», скачали уже десятки тысяч пользователей. Однако есть и такие, кто с ним еще не знаком. Сегодня в 17-й поликлинике пациентам рассказали, как пользоваться сервисом. Подробности знает Юлия Никифорова. Для мамы двоих детей Марии Ярославцевой приложение «Медицина-72» – главный помощник. Программа напоминает родителям, когда нужно принимать лекарства и на какой день назначен прием. На встречу к медикам девушка пришла, чтобы узнать о новых возможностях сервиса. Есть возможность, прям не выходя из рабочего места, либо где-то за рулем, быстренько записать. Это очень удобно. В своем личном кабинете я вижу все записи, когда кто кому записан. Даже если я забыла, я могу зайти и посмотреть, что такого-то числа я записана к определенному специалисту. Сейчас приложением пользуются 125 тысяч человек. Большинство из них в возрасте до 35 лет. Сложнее, по словам медиков, новые технологии освоить пожилым тюменцам. Но на помощь им всегда готовы прийти сотрудники поликлиники. Все регистраторы и администраторы в нашей поликлинике владеют навыками записи через портал услуг Тюменской области. И если у них возникают какие-то сложности, они всегда помогут. Ежегодно к врачам региона записываются более 6 миллионов человек. 4 из них делают это с помощью мобильного приложения и портала госуслуг. Не нужно выстаивать никакие очереди, я могу выбрать удобное время. Также я могу эту запись отменить и перезаписаться, если необходимо. Есть еще некоторые неудобства, потому что не все специалисты доступны именно в этом приложении. В центре обработки информации оборудование работает круглосуточно, и специалисты следят за каждым обращением. У нас в мобильном приложении доступна функционал обратной связи. Мы принимаем все пожелания на доработку, возможно, о проблемах с работой приложения. Также у нас реализован функционал обратной связи в Play Market, это на Android, и на iOS, в App Store. Периодически мы просматриваем замечания, обрабатываем, фиксируем. Скоро в приложении станет доступна услуга записи на диспансеризацию. Пользователи смогут разместить свою анкету и даже получить необходимые для этого справки. А вот другой проект, телемедицина, уже тестируется в городских поликлиниках. Он позволит получить консультацию врача, не выходя из дома. Юлия Никифорова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.